мотоблок МТЗ-06, Беларусь, 92 года выпуска. Сейчас предстоит нам снять груза с колес, сами колеса железные, поставить гумовые резиновые колеса, развернуть вот это дышло в обратную сторону, чтобы у нас вал отбора мощности получился спереди, и зацепить вот эту сегментную косилку от Гомсельмаша. Косилка навесная, КН1. Вот. Она сейчас вверх ногами лежит. Вот сюда ее внедрить. Здесь вал отбора мощности. Вот ее включатель вала отбора мощности. И будем косить дорожку к остановке общественной на трассе. Дорожка заросла в нашем колхозе. Видать, больше дела до этого нет никому. Ну, а мы рыжие. Вот такая тема. Продубас на косилке будет в следующей серии.